Крымский репортаж. Оп. Несколько лет назад здесь, в Солнечной долине, был установлен этот памятник. 15 января 1942 года здесь шли бои воинов судакского десанта с фашистами, которые шли на них со стороны Феодосии. Бои шли, по всей видимости, несколько дней, потому что здесь очень мощная оборона, здесь вокруг окопы, даже еще до сих пор вот они остались, хотя прошло более 60 лет уже с тех пор. Но это отдельная история, совсем другая история такая. В Солнечной долине живет старожил деревни Коз, как когда-то называлось это село, его зовут Рифат Ага Муслимов. В 1944 году население деревни было депортировано в Узбекистан, и там братья Рифат и Смаил, кажется, так зовут его старшего брата, дали обещание старикам, что они вернутся сюда и установят этот памятник, что они достойно почтят память погибших здесь десантников. Почему? Почему произошло такое обещание? Потому что здесь, среди десантников, были узбеки, были азербайджанцы, русские, которым помогали жители деревни Коз, местные татары. Это отдельная история. Я очень надеюсь, что об этом кто-нибудь когда-нибудь или сделает документальный фильм, или напишет книгу, потому что Рифат Ага еще может очень много интересного рассказать. И вот большая просьба, если кому-то это станет интересным, обратите внимание и найдите Рифат Агу, поговорите с ним. Он вспомнит об этом, он расскажет, он автор этого памятника, он обещал и он выполнил. И сейчас, в дни освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, в апреле этого года, мне так кажется, что к таким памятникам, к таким событиям истории Крыма надо обращать, наверное, все-таки немножечко повышенное внимание. Такая история здесь произошла в Солнечной долине очень много лет назад и повторилась буквально в 2007-2008 году, накануне Дня Победы 7 мая, когда был найден один из погибших здесь десантников. Он был захоронен в окопе вот здесь вот рядышком буквально. Этот памятник в честь того десанта, в честь воевавших и победивших. Это наша память. Вот такой наш город Судак.